Грандиозный юбилей. Тверскому государственному цирку исполнилось 95 лет со дня открытия. 1 декабря по этому случаю состоялся невероятный праздник. Всех зрителей ждали сюрпризы. Как это было, увидите в репортаже с места событий. В праздничный день гости Тверского государственного цирка, только переступив его порог, сразу погрузились в атмосферу невероятного праздника. На входе гостей встречал оркестр, в фойе работали интерактивные зоны от будущих звезд манежа. В этот знаменательный день состоялось открытие музея «Клоунариум». Автор – заслуженный артист России Николай Челноков. Здесь каждый желающий смог почувствовать себя цирковым артистом. Раз, два, три, четыре, пять. И, конечно, праздничное шоу. Зрителей порадовало яркое заключительное выступление программы «Звездный круиз». Перед его началом директор Тверского цирка поприветствовала зрителей. Любимому цирку 95 лет. Давайте пожелаем ему, чтобы он продолжал нас радовать интересными программами и стал самым большим центром притяжения семейного отдыха. Прозвучали поздравления от руководства Росгосцирка, губернатора Тверской области, председателя законодательного собрания, главы города. Весь юбилейный вечер был просто потрясающий. Это было ярко, сочно, красиво. Безупречно выстроенная режиссура, прекрасный свет, звук и невероятный драйв цирковых номеров приводили публику в восторг. В зале аншлаг. Один из первых директоров Тверского государственного цирка поздравил коллектив и зрителей с юбилеем. Прекрасно то, что зритель к цирку интерес не потерял, потому что искусство цирка, оно живое. Его нельзя смотреть на кинопленке. Оно вот здесь, во вдохе. Ах, цирк жил, жив и будет жить всегда. Цирк – это радость и веселье, это смех и восторженные глаза малышей. Здесь даже взрослые становятся детьми и улыбаются. Я раз была в детстве на цирке. Я пришла первый раз со своими маленькими детьми. Спасибо огромное, нам все очень нравится. Процветание, развитие новых увлекательных путешествий, как сегодня. Чтобы он продолжал радовать наших детей. И побольше благодарных зрителей. Апофеозом грандиозного шоу стал праздничный фейерверк на манеже. Наш медиахолдинг поздравляет Тверской цирк с 95-летним юбилеем.